Авторитет любой партии, разумный избиратель, определяет по оценке честности и порядочности их лидеров, по их программным целям, по их близости к нужным проблемам людей, по умению отстаивать интересы всех нас. Вот главные критерии, которые должны побуждать нашего избирателя делать выбор. Сумеет ли корейский избиратель быть разумным, а не голосовать по привычке? Мы все это увидим осенью этого года. В Карелии партия патриотов России действует 10 лет. Карельское региональное отделение зарегистрировано 29 мая 2006 года. В этом году нам исполняется 10 лет. С участием многих присутствующих здесь в зале нами формируется список будущих кандидатов, готовых к выдвижению в законодательное собрание и Петрозаводский совет. Подходим к подбору кандидатов и оцениваем их пригодность для работы в депутатском корпусе по следующим критериям. Знание проблем республики города, активное участие в общественной жизни, понимание того, что партия их выдвигает не для удовлетворения личных потребностей, а для служения гражданам России, проживающим в Карелии.